Как вы уже, наверное, поняли из названия, сегодня речь пойдет о моей геймерской стороне, а точнее о мире, в котором я фактически вырос. Вы просто не представляете, как я был рад, когда мне прислали видос, где один из руководителей Blizzard объявляет перерелиз классического Warcraft. Когда вы ходите убивать каких-то боссов, и они по определенному расписанию прожимают определенные какие-то магические приколы, ну, это реально надоедает, ты просто начинаешь засыпать. Вот реально, кто в теме, то PvE просто превратили в реально, реально в сонную лощину, потому что нету никакого интереса там, кроме того, чтобы сходить какую-нибудь шмотку себе выбить. Вот. При этом другую сторону игры, то есть именно мир Варкрафта, военного ремесла, создатели немножко угробили, потому что вот именно за счет того, что появилось огромное количество вещей вот из этих вот рейдов и всяких, где народ просто сутками зависает, потому что им не хватает мозгов одновременно кнопочку нажать, и они все умирают. Они выбивают эту шмотку, выходят на арену, прожимают ее и просто убивают тебя с одного удара, каким бы ты крутым ни был. Вот. Это в какой-то момент начинает просто бесить, и ты когда играешь на высоких каких-то рейтингах, да, там серьезная арена, там играешь вот как обычно там на высоком рейтинге ребята играют, да, то есть стараешься, там какие-то контроли, станы раздаешь. Если кто понимает вообще, о чем я говорю, я думаю, вы догоняете. А потом просто тебе дается стан на 2,5 секунды, тебя ваншотают каким-то тринкетом, который выбили в рейде. То есть это, ну, это реально, ну, не то чтобы это смешно, это идиотизм. У них есть такая прикольная штука, как, знаете, типа, внести предложение или сообщить об ошибке. Так вот, я почти постоянно писал им после такого рода арен, что ошибкой было нанять того человека, который сейчас работает в отделе PvP-разработок, то есть PvP-баланса, чтобы между игроками просто вот именно бои были интересные, а не когда просто один потеет, бегает, там, прячется, пытается как-то укрыться, а второй просто вот так вот одной кнопкой его убивает. Даже не смешно. Из-за этого в тот момент, когда вышла классика, насколько я знаю, у них начали падать сервера. Классика, я имею в виду, это классический Warcraft, который вышел, внимание, в 2004 году. То есть это не стратегия, а именно World of Warcraft. Сервера начали падать. Они не ожидали такого притока игроков. В актуальном Warcraft очень прикольно сделана система квестов каких-то, именно какие-то вот эти синематик-ролики. То есть это прикольно. Вот этого реально не хватало вообще в принципе, да, в классике. То есть такое дооформление, какие-то сюжетные линии, там, что-то какие-то интриги, да. То есть то, насколько игру упростили. Вот я сейчас постепенно играю, сколько прошел, месяц, наверное, уже где-то, да, там все уже вкачались давно. У меня персонаж до сих пор там что-то 23-24 уровня. У меня сейчас кнопок на экране раза в 4 больше, чем у персонажа 120 уровня из актуального Варкрафта. Но это реально не смешно, когда ты там просто играешь 4 кнопками, а здесь у тебя просто пианино вот такое вот на экране. В классический Warcraft ворвалось столько народу, что они начали досоздавать новые сервера, потому что народ не поместился. И по мне это выглядело как? Все те, кто, грубо говоря, моего возраста приблизительно, ребята, да, кто играл в классический Warcraft, помнят вот это вот ощущение того, что ты не герой, а зерота какой-то там, да, который всех с одного удара убивает, даже просто в открытом мире боссов суперкрутых, да, а ты просто мокрая туалетная бумага. Я наблюдал картины очень веселые, то есть весь народ, который играл, даже профессиональные игроки, которые там просто очень жестко играли в классический Warcraft, они все тоже вернулись играть, потому что атмосфера, вот эта вот атмосфера, ощущение вот этого послевоенного мира, если в третий Warcraft играли, понимаете, о чем я говорю, потому что события World of Warcraft начинаются через 4 года после третьего Warcraft. Я начал играть за тауренов, ну и что-то мы бегаем, там 4 уровня все команда собралась, причем это незнакомые ребята абсолютно, которые там народу просто тьма была. Что-то бегаем, со мной, насколько я помню, охотник, шаман и воин. Ну и мы там какой-то квест сделали все вместе, нам надо было какое-то количество там мобов каких-то наубивать. Просто картина. Шаман убегает куда-то по своим делам в другую сторону, и воин с охотником тоже. И я иду обратно в деревню сдавать квест, получать свою добычу, там, призы, там, все как хотите называть. И наблюдаю картину, как эти два уверенных в себе, я просто по чату понял, когда они писали в чат, что эти ребята пришли из актуального Варкрафта, и про классику они вообще не в курсе. Эти двое просто вылетают в 3 волков своего уровня. В 3. Не в 10-рых, не в 20-рых, там, не в рейдового босса. А это 4-го уровня волки, которые просто их за секунду съедают. Я, кроме как поражать, потому что они с трудом-то вдвоем с одним справляются, они в 3 влетели. Я, кроме того, как поражать, ничего не смог. Я даже ничего писать не стал, я продолжил бежать. Но просто спустя 10 секунд после того, как это произошло, я видел, что у ребята просто вышли из игры и больше не заходили. То есть они провисели. Просто у ребят тут же сгорело все, потому что реально сложно. То есть тебя любой волк твоего уровня, там какой-нибудь волк, кабанчик какой-нибудь, не знаю, там любая животинка, которая есть в мире, может сожрать. Каждый бой — это пот.
То есть ты стараешься, ты выживаешь, ты жрешь там, бегаешь там, какие-то бутылки жрешь, убегаешь за углы, пытаешься спрятаться, как-то там бинтами замотаться, чтобы с одним гребаным животным каким-то справиться, животным, мобом, как хотите называйте. Впечатление от возвращения в Warcraft, ну, я бы сказал, просто невероятные, потому что это совершенно другая игра, и это то, чего не хватало. Если не играли, я бы вам советовал реально зайти, но именно не задротить, как вот это народ доделает, просто там люто колбасит, а просто вот бродить, получать удовольствие, рыбку ловить, еще что-нибудь, там, кожевничеством заниматься, там, травничеством, я не знаю, вот, и там какие-то квестики делать. То есть именно вот в таком вот роде все это и выглядит. Сегодня, в общем, у меня просто день такой, знаете, как накрыло не ностальгией, а таким, знаете, счастливым удовольствием от того, что просто есть возможность так зайти и просто порелаксировать, посидеть, позалипать, потом сесть дальше какое-нибудь видео монтировать. Ну и, соответственно, мы с вами увидимся в понедельник. Давайте, пока.